Это обзор школьных новостей. 12 апреля в поселке Новомукутский состоялся районный конкурс КВН, в котором приняли участие 6 команд. Наша команда – культ личности и другие. Наша команда была самой креативной. Мисс КВН стала Юлия Тулоханова из Нукут, а мистером КВН стал Анатолий Данилов из Новомукутска. В субботу, 19 апреля, состоялись соревнования по легкой атлетике. В забеге на 1 километр третье место заняла Пируева Анастасия. Второе место заняла Пируева Геля и Адасоева Зоя. В забеге на 500 метров наши ребята заняли первые места. Это Кривенко Наташа и Андрей Фантон. 24 апреля состоится районное мероприятие «Пасха». 25 апреля состоится единый классный час «Эко-неделя» для 5-11 классов. На этом наш выпуск новостей заканчивается. Пока! Пока. Как я писал на стене в группе «Школьные новости» про новую ведущую, сейчас я вам представлю эту новую ведущую. Ее зовут... Она сейчас пройдет сюда. Там. Я отодвигаюсь на второй план. Здравствуйте! С вами обзор...